Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней VIP, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируешься. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАТ. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Всем хаюшки, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Саня ИГРАТ. Добро пожаловать на этот видеоролик, потому что мы будем сегодня делать, правильно, мы будем, как обычно, тратить донатики и открывать кейсики, будем крутить рулеточку, потому что на Grand RP Черная Пятница, вот она, Черная Пятница с 24 числа, она должна была быть, но все пошло не по плану, стали банить людей за то, что, короче, рулетка была сломана, а потом, временный бан, чтобы откатить донат вернуть, которые люди задонатили, а имущку, которая сломана, сыпала просто миллионами доната, чтобы это как бы все забрать. Но сейчас вроде все хорошо. Но есть маленький моментик, если до сих пор идет Черная Пятница. Почему ценник в рулетку вернули какой, как обычный? Почему так дорого? То есть было тут сколько? 150 рублей вроде за одно открытие, сейчас 309. Я вот этого моментика не понимаю, потому что если зайти в контейнеры те же самые, то тут скидки есть. 50%, да, скидочка имеется. Почему в рулетке ее нету? Не исправили или что? Если есть какое-то пояснение, напишите, пожалуйста, в комментариях. И у меня была сегодня мотивация зайти в рулетку максимально долго, прям сделать долгий видеоролик. Но походу этого у нас не получится, и будем открывать контейнеры. А для того, чтобы пооткрывать кейсики, нам нужно что-то продать, друзья. Будем, наверное, продавать вот эту за 2000 с рулеточки. Слушай, а у меня их было ж вроде две, или я одну уже продал. Давай сейчас еще раз зайдем. Бывает, что оно сразу не прогружается. Сука, нету. Так, ну давай еще вот этот автомобиль за 6200 продадим, и у меня 8000 доната. Слушай, может попробовать все-таки покрутить рулетку? Будет она работать сегодня или не будет? А ну, работает. Все хорошо, все работает. Главное, чтобы не отлетело. 80 и 3, 25. Возможно, ее вообще открутили. Звуки, ну это понятно. Запоздавшие звуки. Возможно, ее открутили, и сейчас она вообще ничего давать не будет. То есть шанс будет еще меньше. Хотя 590 упало и 555. То есть мы вернулись в нормальное ее рабочее состояние. 80 рублей, 25, 100 рублей. Теперь шестерочку сейчас откроем. Сань, ты вообще кейсики хотел пойти открывать, да? Да, а что ты тут делаешь? Почему ты в рулетке? Ну, пацаны, ну как я могу пройти эту рулетку стороной? Надо обязательно зайти. Зайти и крутануть пару раз. Так, 25, 590, 80. И, блядь, последний, третий раз пытаюсь. Камер пролетает, 25. 25, 80, 25, 25, 80. А что происходит? Где хоть что-нибудь? 100, 25, 25, 25, 20. Не-не-не-не-не-не-не. Ну ладно, тройку еще круто. Ну ладно, ладно. Сегодня у нас будет микс. Мы будем открывать и контейнеры, и вот получается вот такие вот кейсы. Ну, рулеточка, да. Которая нихуя сегодня не дала, просто сожрала донат. Что-то, сука, все-таки, наверное, повлияло на это все. И, наверное, зря я прям вот через день, 25 числа, я начал открывать. Ты смотри, сколько всего хорошего пролетает. И сколько еще потом впереди хорошего, а мне выпадут, конечно же, деньги. Не-не-не-не-не, это не серьезно. Кстати, 2 рубля не хватает, чтобы открыть. Короче, сколько вот это 5600 стоит? Давай за 11 тысяч мы продадим. Ой, эту кобуру. И пойдем со скидочками пооткрываем кейсики. Короче, супра, вот эта супра, она прям охуенно неоновая. Я вот не знаю, крутить ее, одно открытие у меня здесь. Так, Мерседес 2 я тут уже открывал. Здесь сколько? 0 полностью, да, открыл. Больше вроде... А, подожди, у меня где-то бэха вот такая вот была.
Кстати, на нее я уже потратил достаточно много доната, и сегодня со скидочкой можно пооткрывать. Я не знаю, будет ли это как-то работать, возможно, шанс еще порезали, короче. Скидка есть, а шанс выпадения остался тот же. Ну, он в принципе, оно так и есть. Но может еще, блядь, хуже порезали? Я вот этого не знаю, потому что, ну, сами видели в начале видеоролика, рулеточка, ну, давала какие-то там слабенькие машинки. Но хуй его знает. И тем более там без скидки мы открывали. Потратили донат, а толку ничего. И тут самая минималка. 100 рублей, 150. Вот это вот в самом низу, блядь. Как обычно. Этот кейс, я вот говорю, если кто-то его будет открывать, он проклятый. Просто минималку, блядь, дает. Постоянно одна минималка. Наконец-то есть прогруз. Мы можем понаблюдать хотя бы, как открывается контейнер. 150 рублей, блядь, выпадает. 5 открытий уже позади. Кстати, а сколько доната у меня осталось? Сегодня, наверное, какой-то минусовой ролик, потому что мне, блядь, ну 100 тысяч. Мне последние два ролика очень сильно везло. Сами видели, пиздец как везло. Наверное, сегодня настал тот момент, когда все, удача покинула чат. Вышла нахуй. И 100. Просто 100. Блядь, минималка. Ну, вы сами все прекрасно видите. Жесть, просто жесть. Кейсики, контейнеры. 100, блядь, ну, блядь, тут же есть 800, 600, блядь, 500. Почему мы гуляем по низу, блядь? Вот просто выйди, выйди на улицу, блядь, 200 тысяч. Блядь, ну это пиздец. 10 открытий сделано. Тачку мы и не выбили. 7 тысяч доната, ребят, у меня уже осталось. Блядь, быстро донатик заканчивается. ЗС Супра. Хочу Супру. Поехали. Попробуем. GDM тачку, потом сделаем дрифтмод на нее, въебем. И надеюсь, ГОСКа у нее не очень высокая. Остался один маленький моментик. Просто осталось ее выбить. Все, все. Делов-то тут вообще на одну минуту. Вот 800 тысяч, кстати, хорошо дает. Вот здесь хорошо дает. Спору нету. Открываем дальше. Но все равно я, сука, огорчен, потому что... Еще 800 тысяч. Так, потому что рулетка, ценник остался тот же. Ну, черная пятница, а ценник тот же. Ну пиздец. Ну, просто немножко тоска меня съедает. Так, друзья, донатик-то заканчивается. Прям вообще пиздец, как заканчивается. 400 тысяч. Ну нет. Ну не может такого быть, чтобы ничего не дала. Блять, 300 тысяч. Ну, я понимаю, много людей сейчас сидит, крутит, потому что скидочка такая хорошая, прекрасная, но шансы что должны же быть какие-то. Или все. Так, предпоследняя, отворачиваюсь. В прошлом видеоролике мне это очень сильно повезло. Так, что, 300 тысяч. Хуёво. Последний. 10-й контейнер. Короче, мы уже 20 контейнеров с вами открыли. Просто деньги. Все или ничего? Блять, последняя машина из моего загашника. Просто 5600 доната. Забираем. И куда же мы с вами пойдем? Пойдем в одежду. А вдруг что-то из одежды выпадет такое замечательное, как, допустим, вот такие вот кроссовочки, которые у меня есть. То подожди. А, нет, извините, скидка есть. Скидка имеется. Я был неправ, забираю свои слова обратно. Раньше одежда не стоила 3 семерочки. Они чуть-чуть ценник сбавили, не на 50%, а на чуть-чуть. Короче, да. Что-то я не обратил внимания, я просто забыл, какой ценник. Я не помню, что было 3 семерочки. Ну, если 3 семерочки, значит, должно по 200. 250 рублей, 25 и 25. Еще 3 семерочки хочу открыть. Денюшка, 250 рублей. Да, хорошо. Прекрасно, сука, хоть что-то за сегодняшний видеоролик. 12555. Мы, ну как бы мы не в плюсе, но где-то вот золотая середина. Хорошо, мы хотя бы отбили чуть-чуть. Ну, большую часть. Еще троечка даст. Одежда сегодня должна тогда играть, получается. 250 рублей. Так, а шестерку? Может шестерочку открыть? 1554 рубля. Поехали. 25. 80, 111, 25, 25 и 100 рублей. Еще раз хочу. Еще. 150 рублей, 120, 100, 150. Да, блядь, да не может быть. 25. Сука, последнее, друзья, походу, открытие из шестерок. Счета шестерки сегодня очень тугие. 111, 100, 100, 25 и 80. Так, предлагаю тройку. Хватит? Да, три семерочки как раз хватает. Поехали. 25,
111 и 111. Одно открытие будем делать. А вот так вот, быстро. 120 рублей. Быстро. 80 рублей. Сука. Ну, я был бы не я, да, как говорится. Чтобы, блядь, пооткрывать дальше, друзья, прожмите прямо сейчас лайкосик, это меня замотивирует. Подпишитесь на канал. Я так просто это не могу оставить. Ну, как-то одну вещь только выбили за сегодняшний видеоролик. Что за позор? Я же, блядь, легенда рулеток, блядь. На Гранд РП, блядь, столько видеороликов уже у меня по этой рулетке. Уже, я понимаю, некоторым тошнит, прям не могут смотреть на это, ну, друзья. Ну это же контент своего рода. То есть, блядь, это рандомище, которое позволит разбогатеть тебе на проекте. Думаю, многим интересна эта тематика. Если тебе интересно, в комментариях прямо сейчас черкани, что тебе все равно интересна рулетка, наблюдать за моими эмоциями, как я выбиваю вот это вот все. Напиши, пожалуйста. Итак, а что мы с вами откроем? Давай смешанное. А сколько стоит 12? Я бы не стал рисковать по тройке. О, тут тоже, смотри. Да, скидка имеется. Хорошо, скидка имеется. По троечкам погнали тогда. Во-по-по-по-по. Запишите, пожалуйста, на мой счет 4800 рублей доната. Хорошо, еще 500 рублей сверху. Вот это я понимаю. Добрый вечер, я диспетчер. Но мы всосали. Мы всосали уже за сегодняшний видеоролик очень много донат, поэтому эти 5000 особо роли не сыграют. Еще раз тройку открываем. Вы заметили, что тройки в основном играют, да? 180. А если сейчас шестерку? Блять, или идти сразу просто в другую. Машинное, допустим, отделение. Блять, ты посмотри, что шестерки делают. Что шестерки делают? Опять тройку возвращаюсь. Тройку открываю. 25, 25, 25. Нихуя. Еще тройку открываю. Деньги! Автомобиль за 1700. Хорошо. Отбито, отбито. Причем в два раза. Хорошо, хорошо. 25, 100 рублей. 25. Сука, видишь, тройки что-то пытаются давать. 25, 20, 500 рублей. Ну, почти отбито, ладно, в ноль. Еще открываем. 25, 100 рублей. И 1200, два раза окупились. Хорошо, слушай, ну так на месте стоим вроде. Мотоцикл за 2000. Донат, инвентарь. Нормально, нормально. Пошла жаричка, пошла. 25, 80, 25. Троечки даю сегодня. Играю не по своей тактике, но все же троечки имеют на это право. Как бы 5500, 5500. Донат, инвентарь, 215. Прекрасно, прекрасно. А легенда сегодня будет? Ну вот просто какая-нибудь красивая легендочка. Если не сложно, вот буквально там, вот сейчас. Вот сейчас. Раз, два, три. Легенда. Нет, 100 рублей доната, 180, 80. Я вас понял, я вас услышал, но 500 рублей доната тоже хорошо, 80. Ну такое, ну блядь, давай, сыграй. 215, 80, 80, сука, больше не играй. Машинное отделение, все, let's go. Машинное, 900, тут дороже. Тут дороже стоит. Ну, ладненько, поехали. 25, 25, 23 по 25. Это, конечно, это жестко. 820 рублей, пожалуйста. 100. Опа, это косарь. Мы хотя бы в нуле. Оу! Я просил легенду, и вот она. Хаммер, пожалуйста. 6000 рублей доната. Донат, инвентарь. 25 и 500 рублей еще на сдачу. Александр, возьмите. Слушай, легенда есть. Значит, ролик уже достаточно успешный, я считаю. Ну, блядь, ну, конечно, мы обменяли мотоциклы, машины, вещи, короче, да, предметы, которые мне, опять же, не нужны особо. Но хотя бы что-то, понимаешь? Все равно кайф того, что ты открыл, и тебе что-то выпало. Так, давай шестерочку откроем под конец. 590 рублей. 80, 25, 100 рублей, 25 и 250. В донат-хранилище у нас имеется вот теперь вот такие вот предметики. Конечно, мы в неком минусе за сегодня. Ну ничего, ничего. Будет день, будет пища. А у нас будет донатик и новые выигрыши. Всем спасибо за просмотр. Увидимся уже совсем скоро. Всем пока-пока.